Морозный вечер, то, что надо. Вокруг свежайшая прохлада. Забыв про сон и про покой, все мчатся в парк большой гурьбой. Здесь всем найдется увлечение. Катки, лыжня и горный спуск. Задорный смех, кругом веселье, блестящий лед и снега хруст. Все сдавалось по плану. Все вовремя было сделано. Окончание и срок контракта это был 1 декабря. Значит, оставались мелкие работы, ну скажем, там где-то подсветка там и так далее. А основные работы сделаны были вовремя. На сцене песни, выступления, турниры, игры, развлечения. Такому празднику добра особо рада детвора. Там можно на Едянке кататься, но еще там опасный половод. Я люблю лыжи, потому что там с палочками там на лыжах так отталкиваются. И есть такие соревнования. Я каталась на коньках, мне очень понравилось. Надо заниматься спортом, чтобы быть здоровым и веселым. А в 6 часов раскат салюта. В общих чертах все было круто. С наступающим Новым годом! Я тебя убью сейчас! Елена Темникова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.